чай, кофе? Нет, лучше потом. Вы наверняка хотите уличить своего мужа в измене. В этом случае вы выбрали правильное агентство. У нас очень умеренные цены. Спасибо, я не замужем. А тогда что же вас привело в наше агентство? Вот объявление в газете. Вы разве не давали объявление? Частный детектив приглашает к сотрудничеству в частное агентство, партнера, прислать резюме и так далее. Да, давал. Вы кого-то хотите порекомендовать? Да. Себя. Знаете, что в нашей профессии самое главное? Внимание. Вы берете меня на работу? Да. Но с испытательным сроком. Хотите кофе? Что, я первый раз на море и первый раз поеду на черном Хаммере. Пусть это будет только начало. По-моему, нам сели на хвост. Или мне кажется? Да нет, не кажется. Он не отстает. Меня так нравится.